Полоса препятствий, инструкторские занятия, бой в лазертаг. Такова школа выживания для Аниты. Девочка проходит подготовку в 9-м взводе лагеря настоящих героев, действующего на базе парка «Патриот». Девушка уверена, что пребывание здесь поможет ей в жизни. Тут учат оказывать первую помощь, как запятовать раненого, как привести в чувство кого-то. И физическая подготовка тоже важна в нашей жизни. Тут еще по рукопашная борьба есть, тоже помогает. А еще девочки учатся разжигать костер, строить укрытия, осваивают навыки связистов. Кроме того, здесь созданы необходимые условия для проживания. Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с одинцовским городским прокурором Евгением Кунегиным проинспектировал ход летней оздоровительной кампании в лагере. Это сфера, в ней осмотр. Первичная медицинская осуществляется. Всего за летний период в лагере настоящих героев пройдет 7 смен по 12 дней, сообщил Андрей Иванов. По муниципальным путевкам сюда отправятся 52 школьника. 10 июля стартует следующая смена. Она будет называться «Школа тактической медицины». Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».